Всем привет, это Вася из Нью-Йорка и канал про Америку. Сейчас вам покажу всякие интересные штуки, которые я нашел в магазине. Несколько штук я купил. И потом покажу это видео. В общем, стоят всякие такие приколюхи недорого. Это какие-то пузыри, я потом их тоже опробовал, я их взял. Стоит $1.29, это очень дешево для меня. Да и, по-моему, для всех это дешево. Для нью-йоркцев $1.29 это копейки. Здесь полно всякой такой интересной мелочи, что у меня просто глаза разбегаются. И теперь я буду покупать такие штуки и открывать их на другом своем канале. Ссылку я укажу ниже. Так что, как вам идея? Вот такие всякие штуки. Вот эту штуку я тоже купил. Я вам тоже покажу в других видео. Тоже на другом канале. Ссылку оставлю. Как вам приколюхи такие? Интересно? Что только сейчас не продается, да? Что только не придумывают. Я просто офигеваю от того, какое большое разнообразие для детей и взрослых сейчас существует. И это не только для детей. Я взрослый мужик, 35 лет. Я офигеваю от того, сколько всяких, и эту тоже я купил, сколько всяких штук. Буду делать под расслабляющую музыку, открывать все эти штучки. Надеюсь, я осилю все возможности YouTube. Тут, оказывается, можно музыку добавлять легальную, лицензионную, а не искать по подвалам. Такие дела.